квартира в Азербайджане. Посылаю координаты. Ясно, Николай. Газ, собирай ребят. Отправляемся в Азербайджан. Да, сэр. Говорят, в это время года там просто чудесно. Агент Комарова, идем. Аль-Асад в деревне. Сепаратисты защищают его. Отлично, выходим. Что, черт возьми, здесь происходит? Это сепаратисты. Они убивают мирных жителей. Это ненадолго. Переходим в следующее.
Готовы к атаке, ждем приказов. Докладывает Мосин 2-5. Готовы к атаке, ждем приказов.
Вертолет в пути. Мы со всем разберемся. Конец связи. Зачем это сделал? Откуда у тебя бомба? Там Акунвара Адалик. Тогда кто? Там Акунвара Адалик. Кто? Говори! Имя! Мне нужно его имя! Сэр, это его сотовый. Кто это был, сэр? Захаев. Имран Захаев. Всякую грязную работу. Чернобыль — настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая и Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана.
Вася. В колокольне наблюдательный пункт. И еще один патруль с севера. Подойдем ближе, чтобы все рассмотреть. Сможешь снять дозорного? Нет, в квадратной башне. Прекрасно. Объект приближается с севера. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Минус противник. Идем. Черт! Нас отпустили!
Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Подойдем ближе, чтобы все рассмотреть. Не знаю, надеюсь, скоро. Нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу. Задача не из легких. Впрочем, как и проскользнуть мимо них незамеченными. Выбор за тобой. Идиот. Надо было принимать предложение за... Цель, нас заметили. Открыть огонь. Эй, Сьюзи! А? Вот как это делается. Вперед! Из-за радиации дикие собаки стали сильнее и слабее. Не стоит их недооценивать. Какая у нас ставка? Не двигайся. Сюда приближается патруль. Назад. За все это дело куплю мотоцикл. Вот я тут в волю накатаюсь. Как думаешь, нападет на нас Америка, пока мы уязвимы? Эта страна давно уже катится псу под хвост. Почему бы и нет? Жди здесь. Впереди чисто. Идем. Не высовывайся. Yeah.
никакой глупости.
Лейтенант Прайс, встреча начинается. Вражеский транспорт подъезжает к месту обмена. Ветер усиливается. Можешь учесть порывы ветра или просто подождать, пока он не утихнет. Но тогда цель может скрыться. Решать тебе. Помни, чему я тебя учил. Учитывай переменную влажность и скорость ветра вдоль траектории пули. Так, кажется, я его вижу. Жди моего сигнала. Вижу цель. Идентификация Имран Захаев. Спокойно. Следи за флагом. Он укажет тебе силу и направление ветра. Черт, он-то откуда взялся? Терпение, парень. Жди удобного момента. Зараза, не могу пошевелиться. Прости, друг.
дружище, тебе придется меня нести. И если что, найди для меня выгодную позицию, чтобы я мог тебя прикрыть. Потихоньку. Зона посадки на юго-западе. Мы все еще можем успеть. Тревога не направляется в северную часть города. Опусти меня к нему, чтобы я тебя прикрыл. Объекты движутся на восток.
6, ваш координат полученный. Держитесь. Конец связи. Вижу противника. Пусть подойдут поближе. Огонь по моему сигналу. Открыть огонь. Цель нейтрализована. Попал.
Расчетное время прибытия вертолета — полчаса, капитан Прайс. Так не пойдет. К тому моменту мы уже 10 минут как будем мертвы. Сейчас сюда заявятся все психопаты-сепаратисты Захаева, чтобы освободить Аль-Асада. И то, что от него осталось. Так, мы установим заряды вдоль рубежа А на южном холме, а затем вдоль рубежа Б. Мы задержим их по пути к холму, а затем займем позицию на зоне посадки в поле у фермы. Вопросы есть? Пора действовать.
проблема. Всем быть начеку. Черт побери, много ли здесь вертолетов, а? Шоу! Возвращайся в бар! Детонаторы! Четыре детонатора в баре! Живее! Мы можем отстать.
Мы должны добраться до зоны посадки. Мишень, на связи Сокол-1. Готовы оказать вам поддержку с воздуха. Прием. Уничтожили ублюдка. И все же не он несет ответственность за смерть твоих ребят. Прости, дружище. Имран Захаев, да? Человек-призрак. По данным разведки, он залег на дно. У меня есть план, как найти его. Слушаю. Папенькин сынок. Сын Захаева. Лидер сепаратистов на этой территории. Яблочко от яблони недалеко падает. Комаров знает, где находится парень. И этот ублюдок знает, где найти Захаева. Грехи отцов. Вот сволота, а? Это самый лучший путь. Контрольный пункт прямо по курсу. Неплохо, Комаров. Все должно пройти гладко. Хищник 1-6, мы на позиции. Б-6, говорит Хищник 1-6. Работают генераторы помех. Даю разрешение открыть огонь по пункту караула. Конец связи. Солп! Занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной.
Соуп, нейтрализовать их. Пошли, пошли, пошли! Выходим. Так, пора приступать. Одевайте вражескую форму. Пора гасить. Комаров, мне нужны твои люди на случай, если водители начнут задавать вопросы. Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. У нас мало времени. Приступайте. Ты в этой форме? Умора просто. Хорошо, что ты здесь. Потому что на русского ты, ну, никак не тянешь. Б-6, на связи Хищник-1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала.
Этажом выше. Лестница расположена в северном углу. Цель исчезла в глубине здания. Минуту. Они у меня на прицеле. Сказал. Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! Мы не можем так рисковать! Не стрелять! Соуп, хватай оружие и задержи его! Все равно скоро вы все умрете. Черт, у парня проблемы. База говорит Би-6. Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся. Черт побери! Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр. Забудь. Я его знаю. Он этого так не оставит. Идем.